Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Всем привет! Сегодня мы разбираем последний тактический прием, который посвящен конкурсу на лучшую тактику от VSGG.com. И очередной пример нам прислал Илья под никнеймом Злой. Раунд от команды SK Gaming на карте Денюк, первая пистолетка. Давайте сразу переходить к разбору этого тактического приема. СК изначально расходится по схеме 4-1. Один на нейтрале и четверо через улицу. Гитрайт первым начинает чекать улицу и замечает там Пашу, который также просматривает эту точку. После небольшой перестрелки Паша отходит в сторону рампов и присоединяется к своим тиммейтам. СК выдерживают небольшую паузу, чтобы в случае поджима улицы от поляков они смогли перестроиться. Поджима не поступает, и СК начинает проходить под окна. Действия всех игроков и гитрайта в частности вы видите на экране, все синхронно и четко. Как вы видите, игрок на будке замечает одного из игроков атаки, и шифтить СК уже смысла нет, и парни проходят под окна. Ну и далее идет подсадка на крышу и затем в девятку. Вот тут и начинается весь экшен. Очень большую роль сыграл Робан. Он вовремя откинул ХЕ и Дим на рампы и заставил игроков защиты в этом случае оставаться на точке и не уходить в сторону хелпа. После того, как была опять выдержана небольшая пауза, Гетрайт откидывает флеш на девятку и выпускает Фореста. А вот поляки, понимая, что выхода уже особо нет, стали прессинговать СК и, как мы видим, неудачно. На самом деле большую роль сыграл слишком пассивный дефенс от польской пятерки. Честно сказать, можно было игроку с девятки постоянно собирать инфу по улице. Вы и ваша команда должна постоянно быть в курсе событий и знать, что происходит на карте во время раунда. Ну а если вы уже запускаете игроков атаки под любую точку, в этом игровом моменте это были окна и хелп, то нужно иметь в запасе несколько вариантов, которые помогут вам отбивать сразу или перестраиваться на другую игровую схему. В следующем выпуске мы поговорим о том, как читать респу на карте Денюк за защиту и как нужно отыгрывать относительно респа. На этом все, всем удачных тренировок! Официальный сайт проекта www.vsgg.com.